Здравствуйте, друзья! Мы с вами возвращаемся сегодня к инструкциям по заполнению регистрации, заполнению заявки на участие в лотерее Green Card 2020. Вот я, вы видите, я в Гугле просто вбил DV Lottery Registration Period и сказал поиск. И вот вышло вот Travel State .gov, это государственный сайт, на котором, в частности, вот, публикуются инструкции. Давайте мы прямо туда пойдем. Вот у меня ссылочка. Собственно, я уже открыл его здесь. А, нет, не, я извиняюсь. Значит, мы туда сейчас с вами пойдем, на эту страничку. И там, собственно, буквально пару слов про лотерею 2020 года. Тут есть про 2019 год, инструкции к 2019 году. И там еще на разных языках перевод инструкции к 2019 году. Тут на русском я не вижу. Ну, не суть. Нас интересует конкретно 2020 год. И вот тут вот ссылка на PDF-файл. И когда мы пойдем по этому PDF-файлу, вот мы сюда придем. И здесь идет набор инструкций. Соответственно, сначала идут инструкции, потом идут часто задаваемые вопросы. Инструкции, тут страниц, я не знаю, тут сколько было, 7 страниц с инструкциями, не полных 7. Вот. А начиная с 8 идут часто задаваемые вопросы. И я хочу сказать такую вещь. Я не очень уверен, что нам с вами следует, ну, моими силами, просто пройтись по вопросам, и чтобы я вам как бы своими словами, так близко к оригиналу, перевел, рассказал, может быть, прокомментировал, что тут написано во всей этой инструкции и что там с этими вопросами. Это может занять там и час, может занять полтора, я даже не знаю. То есть я с удовольствием это сделаю, если буду знать, что вы хотите это смотреть. Вот, потому что, сами понимаете, вчера я показывал на сайте Federal Register, там, где публикуются все официальные документы, которые издаются, значит, у нас государством, и там было сказано, что завтра будет опубликован официальный текст инструкции, и он опубликован на сайте Federal Register, а это уже мы имеем на сайте Госдепа. Вот, как бы Министерство иностранных дел, вот он, оно, этот документ перекочевал сюда. И дальше я надеюсь, что появится что-то на сайте самой лотереи. Сейчас мы глянем, есть там что-нибудь или нет. Нет, на сайте лотереи пока еще нет. Вот здесь появится возможность там ходить, кнопочку нажимать. И в частности будет пару слов сказано. Но пока мы этой пары слов не видим, и бог с ними. Значит, итак, есть документ. Вы видите, где он находится. Вы видите, как туда попасть. И я считаю, что на этом месте моя функция выполнена. Но если вы хотите, чтобы мы прошлись по этому документу, чтобы я прошелся по этому документу, вот буквально, я не знаю, завтра, да, вы тогда напишите что-то, напишите комментарий, что вы готовы это смотреть, потому что не хочется, честно, не хочется тратить там полтора-два часа на то, что никто смотреть не будет. В общем, вот как бы, если вы так единодушно поддержите, я с удовольствием пройдусь. У нас такого видео еще не было раньше, я поэтому с удовольствием бы это сделал. Вот, наверное, такой разговор непродолжительный. Спасибо, друзья, и до скорых встреч. Завтра у нас будет прямой эфир. Светлана делает на тему «Иммиграция и семья». Я понимаю, что очень много людей, которые семьями интересуются Green Card лотереей. Вот, значит, завтра будет такая трансляция в 9 вечера по московскому времени. Ну и впереди еще много разных других дел, так что подписывайтесь и оставайтесь.